зелень, озеленить свой дом. Я давно хотела и не находила времени, денег и возможностей. Сейчас, наконец, есть возможности, так как в Израиле ничего не работает, но теплицы, в которых огромное пространство и мало людей, и действительно в помещении находится единовременно не больше 5-6 человек, то вообще все в порядке. Поэтому мы тут сейчас высаживаем мне цветочки в разные места, очень здорово. Посмотрим в ближайшее время, как будет выглядеть мой дом. И корона-челлендж для меня закончится хорошо сегодня. Теперь у меня за окном растет базилик, орегано, розмарин, тимьян. И мята. В общем, я расставила все цветочки по дому, очень устала, хотя по большей части устала от постоянной беготни за двухлетней дочерью, которая уже неделю находится не в саду из-за карантина. И завтра я планирую первый раз в жизни заниматься с мобильным приложением, которое недавно открыло бесплатный доступ, Down Dog, кажется, называется. Буду делать с ними йогу. Вот. И это будет третий день челленджа на карантин. Будьте здоровы! It's real, real soon.